коллеги, сегодня у нас два вопроса на повестке. Начнем из приятного и одновременно грустного. Сегодня свой очередной день рождения отмечает наш общий друг, наш наставник и, можно сказать, аксакал. Вот Абдудивер Магомед Назирович Абдудивиров, ему снова исполнилось 18 лет. Так что я хочу от лица всех нас поздравить его, пожелать ему долгих лет жизни, здоровья прежде всего, хотя, альхамдулилля, здоровья у него на всех нас хватит, учитывая, вот, какой активный он образ жизни ведет. Пусть Всевышний сохранит его на долгие годы рядом с нами, и чтобы мы всегда были уверены, что он за нашими спинами. И здесь также хочу отметить, что Абдудивер Магомед Назирович принял решение выйти на пенсию, хотя мы ему предлагали продолжить свою работу, но он по-горски поблагодарил и попросил отпустить его. Отпустить в формальном смысле этого слова, чтобы он мог немного больше времени уделить своей семье, своим внукам, своему приусадебному участку. Поэтому уже мне самому неудобно было его держать. Я, конечно, тоже разделяю его мнение. На самом деле, самое важное – это внуки, это семья. И для внуков тоже нужен не чиновник, а дедушка. Рядом, чтобы их воспитывать, чтобы каждый день радовать их, потому что это самое ценное, наверное, все мы знаем, и все мы с грустью вспоминаем своих дедушек, которые ушли. И всегда хочется внукам, чтобы дедушка был рядом. Его мудрость, его ум и его забота, теплые отношения очень крайне важны всем нам. Хочу от всех нас поблагодарить Абдудивера Магомед Назировича, от всего района. В моей жизни я встречал разных людей. Но об Абдудивере Магомед Назировиче можно сказать, помимо того, что он был и для меня наставником, моим учителем, он очень многое сделал и для меня лично, в моем становлении, я хочу сказать, что это человек, о котором с точностью каждый может сказать, что действительно был чистым и порядочным человеком, это прежде всего. И вот это имя, наверное, самое ценное, что он вот, за свою жизнь заработал и оставляет для своих потомков, так скажем. И всегда ни от кого я не слышал, чтобы Абдудивер кому-то сделал плохое. Да, доброе, хорошее он многим сделал, но ни от кого, честно скажу, ни один человек не скажет, что он что-то сделал плохое, хотя работал на самых разных должностях, и партийных органах, и в органах внутренних дел, где не всем угодишь. А удивительным образом Абдудивер Магомед Назирович вот сумел сохранить вот это всеобщее доброе к себе отношение, уважение и свое имя, свое чистое, честное имя. И пусть Всевышний его одарит долгими годами жизни. Еще раз скажу, что вот эти проводы, это является формальностью, никуда он от нас не денется, я его о чем уже предупредил по первому зову, как и полицейского, бывших замов не бывает. Поэтому он как государственный, как человек системы, как истинный патриот, по первому зову, я уверен, будет рядом с нами. Так что в его лице мы всегда будем видеть надежного друга, вот, близкого, своего родного человека. Хочу искренне его поблагодарить за то, что он сделал для района, за то, что он продолжает делать и еще сделает, иншалла. Так что от всего коллектива, от всех нас хочу поблагодарить за его вот такое отношение к работе, к людям, к жизни. И пусть побольше в нашем районе будет таких замечательных и чистых людей. От всех нас, Абдудивер Магомед Назирович, спасибо тебе, искренне спасибо. Здесь я также хочу отметить, что мы смотрели, какую же награду района не получил Абдудивер. Его всеми наградами района наградили. Предыдущие годы, учитывая его заслуги перед районом, его работу. И в любом случае я решил пустым его не отпускать. И от своего лица, от коллектива мы небольшую премию выписали, еще небольшой подарок подготовили Магомед Назировичу. Я думаю, будет приятно, так, приятным напоминанием того, что мы вот так прекрасным образом собирались. Магомед Назирович, еще раз тебя хочу поблагодарить. Спасибо, что рядом с нами есть такие мужчины, такие горцы. Так что долгих лет жизни. Спасибо. Самое надежное место. Давайте на память.
всегда на сайту. Уважаемые друзья, мне тоже, конечно, очень приятно отмечать сегодня 66 лет, поблагодарить Назировича, например, Назировича с этим красивым, да, 66-летие. Ну, наблюдая за биографией Назировича, можно сказать, биография нашего района. 50 лет трудового стажа Пиндигра отдал нашему району, начиная с самой первой должности, самой первой ступеньки, и дошел до должности одного из руководителей района. Мне приятно было всегда с ним работать. Я уже почти 40 лет, где-то 50-40 лет тоже имею связь с Владимиром. Очень позитивный, рациональный, преданный, искренний человек. Где бы ни работал, выполнял свои обязанности отлично. И обязанности как сотрудника администрации, как один из руководителей правоохранительных органов района. И недавно второй раз он совершил хадж, поехал в хадж. То мусульман уже второй раз, мне кажется. Спасибо тебе за это. Мы всегда рады будем тебя видеть, собрание депутатов. И мы, это человек, который мы должны ориентировать наших специалистов, наших граждан. Он таким был и остается. Спасибо тебе. Мы всегда тебе рады. Далеко не уходи. И спасибо. Уважаемые коллеги, да, на самом деле немного грустновато. Почему? Потому что Абдулимом Абдуназировичем, я вот на своем примере скажу, часто, когда немного сложно, да, на работе же разное бывает, немного нет настроения у молодежи, оно обычно так и бывает, что-то маленькое даже можно задеть, там, вспыльчивость и все остальное. Абдулимом Абдуназирович всегда вот находил и нужные слова, и нужные действия, и подсказки, чтобы вот все это, как он говорит, вот нормализовать. Поэтому Абдулимом Абдуназирович всегда был таким вот человеком, который вот это настроение в нашем коллективе поддерживал на самом важном, нужном уровне. Поэтому за вот то, что он нас вот настаивал на такой вот правильный, скажем, вот в своей работе русло, на самом деле, потому что он задавал и темп, даже когда мы находились на других общественных каких-то мероприятиях, всегда Абдулимом Назирович, он всегда вот находил вот этот темп и придерживал его, и помогал нам. За то, что он дал много нужных советов, полезных советов, мы их будем все время прислушиваться. А так никакого ощущения нет, что Абдулимом Назирович вот куда-то уходит. Он никуда не уходит, он рядом с нами и всегда будет рядом с нами. Баркалла за такое отношение вот к коллегам Абдулимовичу, баркалла за такое отношение вот к своей работе. Вы на самом деле, как здесь было отмечено, образец для подражания. Если у нас будет таких людей, как вы, и на работе, и вообще в целом районе побольше, то я думаю, мы достигнем еще больших успехов. Баркалла и коллективу Баркалла за отношение к Абдулимовичу. Я знаю, как вы многие относитесь к нему, практически все. И ему спасибо за такое доброе отношение к нам и к службе. Сегодня этот радостный день и грустный день от всех коллег, которые здесь сидят, от всех работников, которые наш Магомед Назирович курирует. Хотел бы искренне благодарить за вашу отзывчивость, за ваше внимание, за вашу помощь, которую вы оказываете. И знак благодарности, внимание и уважение хотим подарить вам телевизор. Ну, телевизор это, конечно, можно сказать, немножко волшебный, потому что Абдурашид делает специальный канал, чтобы наш Магомед Назирович мог наблюдать те мероприятия, которые проводятся у нас в Ботинском районе. Это, безусловно, он всегда и наблюдательный, и чуткий. Нам не будет вас хватать, Магомед Назирович, но в любом случае наши двери открыты для вас. Всех благ, удачи, чтобы всегда вас окружали, вернее, друзья. Значит, отдохнуть вы не дадите. Можно было в честь Абдулимира Назировича отдельный концерт тоже взять. На самом деле, Абдулимир Назирович очень уникальный, своеобразный человек. Его действительно будет не хватать. Одних крылатых фраз его чего стоит. Дух положения Хликечко. Вот это ты правильно сказал. И так далее. Мы будем его долго-долго
вспоминать. Ну, иншаллах, он человек энергичный, он человек такой. В общем, ведь забить себя он все равно не даст. Да, тем более мы будем его вспоминать. Он тоже. Так что Абдул-Джабир Магомед Назирович, мы тем более с ним в органах тоже работали, и там он возглавлял штаб отдела внутренних дел, всегда то, что касается бумажек и так далее, это на Абдул-Джабирова можно было рассчитывать, и никаких проблем там тоже не было. Абдул-Джабир, так что от всей души, всех благ, всего самого-самого наилучшего. Теперь давайте, уважаемые друзья, предоставим слово самому нашему имениннику, да? За то, что мне он порядке исключения в прошлом году раздел срок работы. Ему огромное спасибо за это. Поработать сам можешь. Астролог, тунит астролог. И там кнорчин, укизе, укнора, и все один учим, тези в товарищ. Нагадо, Михаил Кондун, такой случай был, один два раз, слышу. Вот через час, на слово Олег, через час, и все изверено. Хотя оскорблен, конечно, не допускаю. Говорит, да вы еще не танах, разговор бывает, как работать. Это вопрос. Корабль должен быть. Слух капитан был. Капсулово, Сан Спирович, Камзат. Капсат, так и ситуация. Я работал очень многим руководителем. Начиная меня взял Ангутаев, потом Дальмавидов, Джагар Рамаданович, Владимир Рамаданович, Магомед Малачевич и Полине МВД. Но я бы сказал, по уровню профессиональной подготовки, по человечности, по скромности, по работоспособности, я еще не знаю. Так что капитана надо поддержать со всеми. Это что означает? Повысить дисциплину, порядок, прежде всего, мы работаем на население. Адаму делал, Патрисков, кинна гуцо двасти гереху, них нужнука, тунука, един там гезе, ведечка. Это мое внутреннее такое. Потому что он руководительный аппарат работал 9 лет, он еще правительство работал, я всегда с вами. Спасибо вам огромное, Татьяна, Вячеслав Николаевич Умович, ну, оценка была там, Ильич, я рядом, я никуда, главный человек был, вот когда поручение, тем более, и вот себе. Один из таких достойных, потому что я с ним работал, более 25 лет. Работал, он работал уполномоченным по делу, в целом году в гарантии безопасности наш утюг работал, я единый глаз на эту кандидатуру поддержал, потому что меня спросили. Один из руководителей правоохранительных органов возглавлял Федеральную безопасности сама Семена такова. И Яков, и Абдирей, и Мавлид Хаджиев, семья спокойная, скромная, вот такая семья. Я любую время, вот и на мощь проверяю. Я готов. Поэтому я кладу вам, который работал в Лесте 1984 года этому зданию. Настоящий государственный. Спасибо. Это, уважаемые друзья, вот немного следующий вот, вопрос, который я хотел вам с вами обсудить. Также, в некотором смысле Абдул-Джабир Магомед Назирович начал. Мной было принято решение назначить на должность заместителя главы администрации по общественной безопасности в качестве преемника нашего Абдул-Джабира Магомеда Назировича Нурмагомедова Муртазали Саидахмедовича. Вы все его знаете. Муртазали Саидахмедович начал свою работу учителем в Зиловской школе и дошел до руководителя межрайонного отдела в селе Ботлях управления ФСБ по Дагестану. Это очень ответственное направление деятельности, которое вел Муртазали Саидахмедович, очень много невидимой работы, но очень на государственном уровне важной со всех сторон, и
Зависает Ахмедович имеет большой опыт работы, опыт взаимодействия и с правоохранительными органами, и другими органами власти, общественными организациями, вообще в целом с населением. Владеет до мельчайших подробностей ситуации в районе, и поэтому ему не составит труда оперативно войти в Руслан. Тем более мы сегодня знаем, что эта должность очень ответственная, тяжелый период для страны. Эта должность приобретает особую ценность, особо сложная данная работа и в части и взаимодействия с правоохранительными органами. У нас, мы знаем, Бузовой район, у нас и войсковая часть, приданные силы МВД по Республике Марий Эл служат. И в целом район является объектом пристального внимания во всех смыслах этого слова. И в этой связи, безусловно, на заместителя главы по безопасности возлагается очень серьезная ответственность, серьезные большие задачи. Уверен, что Муртаза Али Саид Ахмедович, учитывая его опыт работы, его авторитет и правоохранительной среде, и среди населения, с честью справится с этой работой. Тем более Абдулдивер Абдельназирович будет рядом, будет помогать, поддерживать, делиться своим опытом. И думаю, мы вместе справимся. И всех вас призываю также поддерживать, помогать и быть рядом с Муртаза Али Саид Ахмедовичем. Работы идут, все довольны. Так что хорошего дня всем.